Певицу Клаву Коку проверят по двум статьям из-за концерта во Владивостоке. Родители подали жалобу, и их шокировало. Исполнительницу проверят по двум статьям 20.1 КоАП Российской Федерации «Мелкое хулиганство» и 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания», сообщает в телеграм-канале, сообщилось. Гнев родителей вызвало мероприятие на День знаний, где Кока исполняла песни с нецензурной лексикой на фоне флага России и православного храма. Матери попросили прокуратуру проверить эту певицу. Так что вот так. Давно надо было проверять всех этих артистов. Они себе позволяют слишком много вольностей. Правильно Соседов говорит, что они как эти, пора их опустить на землю. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране. Под роликом есть расчетный счет. Кто хочет помочь развитию канала, можете присылать, кто сколько хочет денег.